Москве провели чемпионат России по капоэре. В соревновании приняли участие спортсмены из разных уголков страны – Красноярска, Тольятти, Белгорода, Санкт-Петербурга и других городов. Городской округ Химки представили ребята из школы Суфорса, что в переводе означает «только сильнейшие». Наши спортсмены достойно отстояли честь города и области, показав отличные результаты и собрав все возможные медали. В копилке юных спортсменов 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Отметим, химчанам не впервой завоевывать высшие награды на престижных турнирах. Например, Тимофей Тихонов, занявший первое место, подтверждает звание сильнейшего капоэриста страны уже 4-й год подряд.